Глава городского округа Дмитрий Волошин совершил обход улиц, где сейчас идет ремонт. В этом году в Химках пройдут масштабные работы по благоустройству. На 19 улицах будет отремонтировано более 40 тысяч квадратных метров тротуара. Решение о размещении пешеходных зон и велосипедных дорожек администрация города принимала вместе с жителями городского округа. Жители нас попросили, чтобы мы постелили асфальт в обязательном порядке, никакой плитки здесь не укладывали. Поэтому мы всю плитку демонтируем целую, которая осталась сейчас. И мы ее почистим, помоем и будем укладывать в тех локациях, в которых эта плитка необходима на сегодняшний день. А здесь будет качественный асфальт уложен. В ближайшее время закончится ремонт на улице Московской. Рабочие начнут облагораживать другие улицы города. На всех пешеходных зонах появится специальная тактильная плитка. С ее помощью слабовидящие люди могут ориентироваться на улице. Сейчас работы по благоустройству полным ходом идут во всем городском округе. Проводится ямочный ремонт, меняют бордюры, перестилают плитку. А полностью поменять асфальт планируют на 11 дорогах городского округа.